торговая биржа Валенсии или Лонха де лос Меркадерес является шедевром валенсианском гражданской готики, расположен в историческом центре города Валенсия, объявленный в 1996 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО как совершенно исключительный пример светского здания в стиле поздней готики, который иллюстрирует прекрасно силу и богатство одного из больших торговых городов Средиземноморья, рассматривается как один из самых ярких примеров европейского гражданского готики. Он был построен между 1482 и 1548 от каменщиков Перекампт, Хуан Эвер, Джоан Каурбер и Доминго Эршагр, который завершил Салонии в 1548 году строительство рынка, в народе известный как «Лоджер», было истолковано как результат коммерческого процветания, достигнутого Валенсией в 15 веке, и как символ власти города, чтобы привлечь трейдеров, в то время, когда уже трудные времена для местной экономики, вытекающие из открытия Америки, вырисовывалось и в результате перемещения торговли в Средиземноморье до Атлантики. Прямоугольные каменные фасады рублены, роскошные медальонов Ренессанса, художественные скульптуры и горгульи, идеальные пропорции дверей и окон, щитов и бойницами, Валенсия вспомнить величие поздней готики. Лонха состоит из четырех частей, являются башня, которая является подземельем, в котором они были введены воры шелка купцов и торговцев, нечистые на руку, пока он не пришел, чтобы заботиться о них соответствующим властям, комната консульства Мори, бывший городской дом, Патия де лос Эньяры и НГОС и заключение контрактов или зал Калмнерия. Поверхность памятника составляет более 2000 квадратных метров между встроенной и незастроенных районах. Прямо напротив находится рыночная площадь, описанная многими историками как одаренный колорист и шумной сцене совершенно особой чувственности.